Да. Вот, ну, в общем-то, ничего такого прям серьезного и нету, но... Стоп. Я что-то не понимаю, почему я такой усатый стал? Я что, старый? Нет. Короче, усатый капец. Дедок. Доктор сказал, чтобы мы подавали ему различные эти самые витаминчики. Хомячи. Я его посадила на диету, ребята. Дай ему только творожок. Вот, и никаких рыбок сушеных я ему не даю. Вот ты какашка. Вот, и как бы решила я его немножечко подержать на диете. Семочка, вставай, нужно пора пить витаминчики. Капать на язычок, вставай. Хватит твои витамины, я не хочу поспать. Семочка. Короче, проснулся, разбудила меня. Ты вообще уже... Нафига это было ведро свое с водой подносить? Вообще уже. Ребята, я не могу одного понять. Зачем бегать ночью? Ну вот скажите мне, почему днем не встать, не побегать? Именно когда мы Потому спим? Потому что мне хочется, чтобы ты всю ночь, не... Проспала, а потом утром легла и спала, и не задолбала меня своими лекарствами вонючими. Так. Не понимаю, почему она меня лечит, если я полностью здоровый. Какое-то бредовое видео, ну ладно. Надо похрести, тут я слюс задолбали. Ребята, я не пойму, у Сёмы какая-то агрессия. Он пытается съесть свой дом. С чем это может быть связано? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Это связано то, что я хочу, чтобы ты перестала меня держать в клетке и дала, наконец, мне нормально погулять. И не давала мне свои вонючие лекарства. Сёмочка, покажи свой язычок ребятам. Мой красивенький хомячуля. Не хочу показывать. Просто ребята, он такой няшечка у меня. Нужно будет сегодня сходить к доктору, пусть доктор посмотрит, все ли у нас в порядке. Порядки, не бойся. Глазастичка ты моя, холёсечка. Глазастичка сама такая. Эх, ребятушки, он самый лучший хомячок в мире. Ну, не считая, конечно, ту, катушки и там всех остальных, короче. Да, понятно. Ой, боже, он еще и чесаться начал. А это я специально, выпускай меня быстрее. Может, его попрыскать диклофосиком, потому что у него блошки, ребят? Как вы думаете? Не, иди в одно место. Нет. Я просто моюсь, лапой себя лупашу. Нужно опять доктору показываться, что ты будешь делать. Хорошо. Ребята, доктор сказал, что все у нас в порядке, и это мои предрассудки. Что он здоровый хомячок, но сказал, на всякий случай анализ крови нужно сдать. Наконец-то. Поэтому завтра мы поедем сдавать анализ крови. Наконец-то я свободен. Кушай, мой хороший. Это брокколевая, брокколи с рыбным жиром. Специально для маленьких хомячат. Прекрасно. Наконец-то этот доктор сказал, что уже можно. Все, мой хорошенький, ты решил попить водички? Тебе пить захотелось, ты, наверное, устал просто, да? Пересушила. Ребята, знаете, что я вам хочу сказать? Хомячки очень любят кушать все подряд. Вот что ему не дашь, они все слопают. И вчера он съел пол рулона туалетной бумаги. Нефиг было давать. А теперь его сушит. Ну и что? Да то какать меньше будешь.